Осень – традиционная пора работы над посланием главы республики Государственному совету Чувашии. В этом документе будут обозначены главные направления работы правительства в будущем 2015 году. В подготовке послания участвуют, как правило, все неравнодушные люди, вне зависимости от статуса. Что волнует в первую очередь жителей республики, на что они хотят обратить внимание? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа на улицах города. В этом послании, я думаю, надо обратить внимание. Конечно, очень хорошие дороги, но в сельских местностях не все еще дороги приведены в порядок. Мне кажется, вот на это надо обратить внимание. И, конечно же, не забывайте о том, что социальная программа для нас это очень важно, для наших детей, для наших внуков. Я думаю, обратить внимание нужно на молодежь. Также не забыть про пенсионеров. Но я думаю, прежде всего, на экономическую ситуацию. Думаю, что глава республики правильную политику проводит, когда хочет возродить сельское хозяйство. Ну и думается, чтобы побольше дали простору, так сказать, частным предпринимателям, особенно вот на селе. Самая главная проблема в том, что у нас это не только даже экономическая, а даже демографическая проблема. У нас дороги неплохие, но это в центре и на главной улице. А если во двор зайти, во двор, машины вот так по колдобинам. Я вот живу в таком районе, в центре города, но у нас там дороги безобразные. Одни камни и грязь, особенно вот когда осенью, весной. Вот еще освещение тоже. Вот у нас там, ну, в центре города Благовещенский район, наверное, знаете, новый. Вот у нас переулочек, вечером идешь с правнуком, вообще темно очень. Социальная сфера и доступная среда. Можно улучшить сферу обслуживания населения, ну, для жилищно-коммунальных хозяйств, ну, для квартирной услуги. Улучшить цены на жилье, во-первых. Во-вторых, решить проблему с парковочными местами для машин. Потом, ну, на образование, конечно, стоит обратить внимание. На развитие физкультуры, то есть спорта. В принципе, меня все устраивает. Республика продвигается хорошими темпами. Кругом новые вот строительства, можете обратить внимание. Наверное, больше зон для отдыха, мало скамеек, мало урн. Вот такие вопросы. Свои предложения можно отправлять по адресу город Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10 или по электронной почте пресс@kap.ru.